О, привет, братан! А что, девочки еще не пришли? Привет, бро! Да не, я тут один! Ну так это же отлично! Так, где у меня тут скотч? А зачем тебе скотч? Ты что-то порвал? Неа, что-то я давно никого не пранковал. О, пранки! Я их просто обожаю! Что ты хочешь сделать? Давай я тебе помогу. Помочь? Да не, я самый лучший пранкер в этой школе, я справлюсь. Ты самый лучший пранкер? Кто тебе это сказал? Я самый лучший пранкер в этой школе. Ты? Ха, ну а что, может поспорим тогда? А давай поспорим. Ну все, договорились, кто устроит сегодня самый мощный пранк в школе, тот и чемпионом будет. А сейчас мне некогда с тобой разговаривать, делать нужно. Ха, скотч, это же банально. Так, а что бы мне придумать? Здравствуйте, ребята, вы уже пришли, молодцы, так рано. Ой, а ты чего здесь со скотчем-то? Здравствуйте, Эдна. Да это я тетрадку порвал, вот хочу заклеить. Чего он так рано пришла, еще не успел ничего придумать даже. Ах, и тебе без разницы, у него тоже ничего не получится при училке-то сделать. Так, ребят, сидите смирно, я сейчас вещи оставлю, нужно до директора будет дойти. Так, ничего у меня тут на столе не трогаем, поняли? Вещи, точно. Ты что, решил учительницу пранкануть, что ли? Конечно, а что здесь такого? Пранкер ни перед кем не остановится. И у меня как раз есть клей. Сейчас я приклею все вещи на ее столе, вот смеху-то будет. Приклеенные вещи? Ха, как банально. Вот у меня сейчас точно смешно будет. Ха-ха, ну вот, моя прозрачная стена готова. Сейчас девочки придут, а оборжаться можно будет. А я уже все приклеил. Ого, у меня 5000 из сумки торчит. А у меня как раз есть 5000 билет банка приколов. Ха-ха, сейчас я ей заменю. Ты возьмешь деньги у учительницы? Да ты рисковый, признаю. Да я ей потом верну и извинюсь. Ну давай, залезай. Во, все как и было. Только теперь это билет банка приколов. Вон и удивится, когда пойдет столовка кушать. Ну да. Ну что, давай ждать, когда девочки начнут приходить. Ага, а я жду учительницу. Как хорошо, что у нас столовая рано работает. Кофейку взяла, а то проснуться никак что-то не могу. Ой, ай, ой-ой-ой, что это такое тут? Я же только что проходила, здесь ничего не было. О-оу, кажется, что-то пошло не по плану. Она еще и кофе свою разлила, вот сейчас будет злая. Короче, если что, это не мы. Ага, а кто здесь, больше никого не было? И она видела меня со скотчем. Это что тут такое? Ничего не вижу. А-а-а, скотч. Ага, ясно. Бедный мой кофеек. Тук-тук-тук. Ну и кто мне объяснит, зачем ты приклеил сюда скотч? Эдна, извините меня, пожалуйста, я не специально. Я просто тетрадку заклеивал, а потом скотч у меня с парты упал, и видно, покатился-покатился, и вот там раскатился. Я сейчас все уберу, чтобы больше никто не запнулся. Случайно, говоришь? Хм, ну ладно, иди прибери за собой, и больше свои вещи не раскидывай, а то он, смотри, как бывает. Пойду куплю себе еще кофейку. Надеюсь, я смогу выпить вторую чашку. Да-да, Эдна, конечно, вот я уже все убираю, сейчас смотаю все. Я сам залепил все. Сам в свои пранки попался. Ты как муха на паутине. Оп. Фух, перешагнула без происшествий. Давай убирай, говорю, все быстро. Сейчас девочки начнут приходить. Не хватало мне еще тут сломанных коленей. Да-да, Эдна, все, я уже все прибираю. Бро, помоги, пожалуйста. Я бы, конечно, не хотел. Ну ладно, сейчас помогу. Всем привет, ой, а что ты встал тут в проходе? Дай пройти. Ой, а что это? Ай! Так, это что вы там делаете? Целуете, что ли? У нас образовалась новая сладкая парочка. Жених и невеста, телетелетесто. Ай, ой, я к чему-то приклеилась. Давай, вставай, помогу. Да это скотч, никак не могу его отклеить. Ой, я встала. Ага, а я упал. Давай я тебе помогу. Ой, нет, не могу дотянуться. Ну все, кажется, я в ловушке. Давай, вставай, бро, я попытаюсь здесь край отцепить. О, стою, 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 спасибо. Ой. Ну я же говорил, опять целуются. Все, отцепляйтесь, все свободны. И какой дурак на входе в класс скотча примотал. Не будем показывать пальцем. Сам такой понял? Вообще-то выдался мой пранк. Ха-ха, вон сколько народу упали. Ага, включая тебя. Хорош пранк. Сейчас учительница придет, посмотрим на твой. И еще одно кофе, пожалуйста. Еще одно кофе? Да, конечно. Вы же только что брали чашку. Много кофе вредно. Спасибо, конечно, за заботу о здоровье, но первое кофе я даже не выпила. Давайте чашечку, а то скоро звонок. Да, конечно. У меня просто сдачи нет, сейчас денежку вашу разменяю. Ой, подождите. А у вас тут не денежка, это билет банка приколов. За нее я не могу продать вам кофе. Какой еще билет банка приколов? А! Мне же зарплату вчера только выдали. Нам что, зарплату теперь
Билетами банка приколов выдают, что ли? Ну-ка, дайте сюда, я посмотрю. Бро, слушай, постой на шухере, пожалуйста. Я пока это денежку учительнице верну. Ладно, смотрю. Чисто. Окей, спасибо. Попью я сегодня кофе-то или нет, а? Ребят, сидите тихо, звонка еще не было. Билет банка приколов, говорит, я сейчас к директору пойду. Зарплату начали выдавать бумажками какими-то. А, подождите, денежка здесь, а тут-то я откуда взяла? Ой, ну вот говорю, не проснулась, я не проснулась. Пойду за кофе. Ха-ха, видал? Не продали кофе по билету банка приколов. Вот бы быть в столовке посмотреть на это. Эх, жаль, пропустил такой пранк. Кстати, пока я самый крутой пранкер. Ха-ха, у меня вот и с денежкой удался, и с приклеенными предметами. А у тебя один скотч, и то ты сам туда попался, так что ты лузер, ты проиграл. Сам ты лузер, еще день не закончился, я еще знаю, сколько пранков придумаю. Кстати, давайте, кто там дежурный по классу? Нужно стереть доски и тряпки намочить, и еще проверить, чтоб мел был на все уроки. Ну вот и свежие пранки подъехали, ха-ха-ха-ха. Посмотрим, кто из нас круче. Вот она доска. Брызгаем. Фу, чем это пахнет? Чем таким набрызгал-то? Скоро узнаешь, это специальная силиконовая смазка. После нее на доске вообще ничего не написать будет. Ты уверен? Да конечно, я сразу так делал. Хм, ну что ж, признаю, хороший пранк. Еще и тряпку в этой же смазке намочу, чтобы точно ничегошеньки не написать было. Вот, она вся скользит. Так что сегодня смело можно выходить к доске. Мальчики, что вы делаете? Я все учительнице расскажу. Слушай, новенькая, не лезь, мы тут вообще-то выясняем, кто из нас лучший пранкер. Всем привет. Привет, ребят. Фу, думала опоздала. Новенькая. Ой, ну вот, вроде взбодрилась. Всем здравствуйте, ребята. Так, сейчас я возьму указку и все вам расскажу. Не поняла. А чего это с указкой? А чего она прилипла-то? Эй, ну-ка отлипай давай. Ты же шуточки, что ли? Ой, а с учебником-то что? Открыть могу, а взять нет. У меня на столе, что ли, что-то липкое было пролито? Или вы опять со своим скотчем балуетесь? Журнал-то я хотя бы смогу взять в руку. Даже нет. А что это такое тут? Суперклей, значит, да? И чьих рук это дело? Кто сейчас пойдет мне это все отрывать? Мы ничего не знаем, учительница, да. Мы только что пришли. Мальчики, вы пришли первые. Со скотчем еще как-то худо-бедно, я вам поверила. А вот со суперклеем что приключилось? Видно, извините, пожалуйста, у меня ботинок отклеился. Вот. И я суперклей открыл, чтобы подклеить. Ну чего мне, хлюпать им, что ли, ходить? До конца бы вообще отвалился. Вот. А на ваш стол, наверное, капелька попала. Я не специально, честно-честно. Давайте я помогу вам все оторвать. Капелька попала? Отсюда, вот сюда прям долетела? И приклеила, да? Ой, мальчики, думаете, я вам поверю, что ли? Эдна, да правда, у него клей выпал. И когда пол ударился, из него вот такая струя прям выпала. И все к вам на стол. О, спасибо, бро. Струя у него выпала прям на стол. Ой. Так, ладно, давайте чего-нибудь будем уже делать. К доске пойдет. А вот ты иди. Да без проблем. Пишем, значит, новую тему. Учительница, я не могу. Мел почему-то на доске не пишет. Как это мел не пишет? Не может мел не писать. Это ж не ручка, чтобы пастик закончился. Если мел в руках есть, значит он пишет. Ну возьмите и сами посмотрите. Я говорю, не пишет он. Хм, это что еще за прикол? Он и правда не пишет на доске. Что за мел такой делает? Так, ладно тогда. Иди садись, устно новую тему пройдем. А пока они там разбираются, я указку на вантул заменил. Ха-ха-ха. Так, ну что ж, начнем. Возьму указку и слушаем новую тему. Так, чего смеемся? Ой, это чего такое у меня? Вантус? Это что за день-то такой? Мальчики, я все поняла. Ну что, опять у нас проснулись пранкеры, да? Вы думаете, это смешно? Я учитель, а не клоун вообще-то. Все у меня связалось. И скотч, и суперклей. И билет банка приколов. Вот что вы сделали с доской, мне пока непонятно. Но если на ней нельзя будет писать, ваши родители купят мне новую. Детский сад. Да. И еще. Раз уж вы меня тут пранковали целый день, теперь мой черед. А что вы сделаете? На двойки нам поставите? Ну, двойки это понятно. И за поведение, и за сегодняшние все уроки. Но есть еще кое-что. Сейчас, ребятки. Ну что, мальчики, выяснили, кто из вас чемпион по пранкам? Пока не знаю, мне кажется, мои пранки сегодня были круче, а? А чего это твои-то? Мои тоже вон ничего.
Один пранкер и второй пранкер. Ну вот, все готово. Так-то вы мне точно не будете мешать вести урок. Вы смотрите на них, пупсики. Ничего не слышу, не знаю и не понимаю. Как только научитесь вести себя в обществе и заново вырастите, вот тогда будете сидеть на моих уроках в обычной форме. А пока извините, так я уверена, что мой класс, я и все имущество школы в безопасности. Ясно? А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! Ничего не знаю я. Так, продолжаем урок.